Добрый день. Решил вам показать чехол для фотоаппарата Sony Alpha 6000. Пришлось мне снять камеру, на которой я обычно снимаю. Это Sony Alpha 6000, естественно. Хороший фотоаппарат, в принципе, вообще классный фотик. Снимает очень быстро, очень хорошо. Но для видеосъемки нужен, конечно, вот объектив, потому что не очень хорошее видео получается. Ну, серийная съемка здесь очень быстрая. Но суть не о нем, а о самом чехольчике. Покупал я на Алиэкспресс, по-моему, да. Неплохой продавец. Сам чехольчик сделан из кожезаменителя. Вот такой. Бывает черного цвета, бывает вот такого светло-коричневого. Прошиты нитками белыми. Сделан очень качественно. Использую его периодически, но использую. Никаких претензий к качеству исполнения вообще нету. Материалов. Вот такая площадочка. На него встает. Все подогнано очень хорошо. Здесь закручивается и устанавливается. Вот как это все выглядит. Не знаю, конечно, какое видео получится, снимая на дуге F3. Больше не на что мне снимать. Вот так закручивается. И плотненько держится. Этот ремешок от этого от чехла тоже более-менее качественный. Вот ремешок я ношу постоянно. Уже на протяжении, наверное, полугода точно. И он не потрескался ни на морозе, ни от дождя. В принципе, вообще здесь вот как замша сделана. Очень хороший чехольчик. И сам чехол надевается тоже простенько. Здесь две кнопки. И здесь кнопочка. Как-то вот так вот. Выглядит достаточно хорошо. Хотел этот черный заказать. Продавец написал, извинился. Отослал мне коричневый. Сделал 30% скидку. Сам сказал, откройте спорт. Я вам верну часть денег. В принципе, вот так получилось. Можно не снимать полностью вот эту застежку. А когда снимаешь, вот так откидываешь. Или полностью снять. А можно не полностью не снимать. Можно вот так вот оставлять. И вот так загибаешь и снимаешь быстренько, если что-то тебе надо. Ничего не мешает. И все. Так что чехольчик, ну, в принципе, он недорогой. До $10 стоил. Так что за эту цену, у кого есть такой фотоаппарат, берите, не пожалеете. Так вот, если не в сумке носите, бывает куда-нибудь на природу выйти, в машине кинуть, так жалко фотоаппарат кидать, все же не из дешевых фотик. А так уже не ударится ничего. А забыл рассказать, когда он в таком состоянии, ему ничего не мешает подзарядить или подключить к телевизору. Только один недостаток, что надо снимать для того, чтобы высунуть, поменять карту памяти или поменять батарею. В этом недостаток. Есть всякие чехлы, конечно, которые здесь прорези сделаны, но они или дорогие, или еще что-то. Так что вот так вот. Кому понравился, ссылочку оставлю именно на этого продавца. Если он еще торгует, если нет, что-нибудь подходящее найду. Спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, можете поставить лайк. Пока-пока.